Спасибо. Мы вас слушаем. А вы точно режиссер? Да, я режиссер фильмов. Серьезно. А меня покажут по телевизору? Конечно, покажут. А мне обязательно раздеваться? Обязательно. Именно на этом внимание. Мы снимаем художественное кино. Серьезно. Про любовь? Конечно, про любовь. Я всегда про мечтала. Танцы. Нет, про любовь. Про любовь к танцам. Ну ладно, хорошо. Говорят, вы были за рубежом. Была. Как там у них с танцами? Хорошо там все. Партнера хватает? Очень даже. Более чем. Чего себе, как им везет. А где они их берут? Я не знаю. Вы спрашивали, какой танец лучше всех, да? Нет, я спрашиваю, какой танец был там популярный в этом нынешнем сезоне? Во все века, во все сезоны, я считаю, что лучший танец – это бачата. Бачата? Послушайте сами, бачата. Оно сродни слову «работа», «лопата». Ну, да. Это наше русское, родное. А вот дискофокс, вот слушайте сами, дискофокс. Это вот от лукавого все. Вот что-то не то с этим словом. Вы так не считаете? Ну, дискофокс же можно танцевать под любую музыку. Вот именно. Что это за танец, который можно танцевать повсюду и везде, и под любую музыку? Универсальный танец, можно сказать, международный. Международный? Хотите сказать, что он соединяет людей? Конечно. Его можно под Дима Билана танцевать. И душ. Под Филиппа Киркорова. Под наших русских народных артистов, можно сказать. Бачата, да. Это что-то такое. Латино. Это что-то такое великолепное. Воздушное, высокое. А там, вот за рубежом, танцуют бачата-то? Именно бачата и танцуют. А про ваш вот этот... Дискофокс? Да. И не слышали даже. Понятно. Ну а что пожелаете танцующим людям? Какими вы их видите через год? Такими же дурачками веселыми. Да? А может, они станут серьезными? Нет. Ну, в хорошем смысле. Не нужно становиться серьезными. Ну, серьезными можно, но не очень серьезными. Они такие, какие они есть. Желаю развития, самовыражения. Всего самого наилучшего. Ну, съездить за рубеж. Пускай, да. Покатаются по стране, увидят, как танцуют другие. Будут обмениваться опытом, показывать что-то свое, получать что-то новое. Это здорово. С днем рождения! Спасибо.